Здравствуйте. Извиняюсь за некоторую задержку. Сказали, что народ, да? Я же здесь 3 года не был. Каждое село выходит огромное количество людей, а еще барон приезжает. Я уже последний сказал, скоро самый высокий. Я надеюсь, что охрана барана хоть она провезла сюда. Сколько хотите народа, потом мы здесь будем сидеть. Я приветствую прибывших из Армении, прежде всего президента Роберта Качаряна и его делегацию здесь, на азербайджанской земле. Это так, да? Да. Это все же от границы. Это мой первый визит, да? Это на азербайджанской земле. И приветствую представителей прессы, прибывших из Армении. Да, сумка здесь лазым olsa verim, сумка лазым olacak, да? Лазым olsa да, без проблем. Давай, все. Всем ходит. Все, пошли. Было артык адамлары чыкардык. С нетерпением ждут, что мы скажем, что все, проблема решена там и так далее. Нет, нужны встречи. Мы обсудили весь комплекс вопросов. Я должен сказать, что не просто продвигаться к урегулированию. Сейчас масса проблем накопилась. Я должен сказать, что сегодняшняя встреча, она несколько подытоживала то, что сделано до сих пор. К сожалению, опять вынужден сказать, что мы о деталях говорить сейчас не можем. Но я думаю, что все-таки в ближайшее время чуть более подробную информацию вы получите. Ну, еще одно обстоятельство, я думаю, очень важно, что мы для того, чтобы встретиться друг с другом, не уезжаем в Женеву там или еще куда-то, а встречаемся на границе, которая, как мне Нидар Алиевич рассказывал, она была когда-то, значит, местом встречи руководителей двух республик, где даже митинги свои митинги проводили. Митинги дружбы армянского, азербайджанского народа вот на этом месте устраивали. Одним разом договориться невозможно. Но, однако, я считаю, что наши встречи последние, непосредственные президента Армении, президента Азербайджана, они оказались полезными. Может быть, даже в начале, когда мы вступили в этот диалог, трудно было представить, что мы можем так полезно сотрудничать для решения вопроса. Мы рассматривали многое, но для того, чтобы выйти на решение, нужно еще время, нужно еще встречи, нужно еще переговоры. И, конечно, нужен взаимный компромисс. Без взаимных компромиссов вряд ли этот вопрос можно решить. И Роберт Ситракович, я думаю, какие компромиссы кто может сделать. Так что наши встречи еще будут продолжаться, и больше этого сегодня вряд ли, я согласен, мы можем сказать. Нет.
благодарю там за гостеприимство. Я не знаю, барана нам дали или... Баранов много, потому что пока я ехал сюда на дороге, очень много баранов зарезали. Но я думаю, мы барана здесь, прямо здесь могут зарезать. И шашлык нам подать, когда мы придем окончательной договоренности. В следующий раз, да, и завтрак должны, или обед, или ужин. Да, это можно сделать. Место мне понравилось, да, нормально. Да, хорошее место. Спасибо тем, кто это организовал здесь. Ладно, условия спасибо. Хорошие. Спасибо. До свидания. До свидания. Ты куда тоже? Да, я уже... Я уже...